Дорогие друзья, эту картину я выполнила в смешанной технике. Кроме масляных красок и кистей, я использовала мелкие масляные пастели. Ну, примерно вот такой набор. Мне очень понравилось писать масляными мелками по высохшей масляной краске, и вам тоже советую так попробовать. Сам же Дега писал эту картину обычными мелками меловой пастели.